Это все заснятые фильмы. Это вот это вот как там это? Загальная фильма справа титулует, это руководители. Все это продажные люди, все это сценировки, вплоть до тех же троих вот этих оппозиционных лидеров. Я ничего с вами надо, им надо личные интересы. Им надо развалить Украину, раздеребанить ее, потому что это надо Америке и другим, чтобы бороться и противостоять России. Сергей Николаевна, я точно такого же мнения. Поэтому мы просто начало урока не слышали. Я к тому, что мы должны учиться говорить и должны... А вы призываете к тому, что люди герои Советского Союза? Какие люди, они не думают, я не призывала. Изначально кто-то был из толпы, который вышел действительно показывать свое убеждение. Может, кто-то был, имели право за Евросоюз, за Россию. Может, изначально, но сейчас это уже другая, уже психологическая. Может быть, я не правильно сделала, но я не к тому, чтобы они выступали. Я наоборот против того, чтобы детей подключали к этому студентам. Я же вам сказала, что я как мать против этого. Я абсолютно с вами согласна. Я считаю, что не политические игры, которые подключают людей, которым информационно засоряют головы, находя какие-то чувства патриотизма, подвлекают на это манипуляция сознанием. Понимаете? Там никакого патриотизма. Здесь просто... Нет, я не сказала о том, что если вас в чем-то убеждают, вы должны просто действительно поднять свои мозги. Вы должны не просто идти вот толпой, потому что толпа имеет свои особенности. Это как организация, это как живой, может быть, какой-то, ну, я не знаю, как сказать. Я бы даже сказала, вот как живая биомасса. Там своя есть психология толпы, есть свои, это там толпе, это как сообщество такое, со своими законами. Просто этому нельзя поддаваться. А сейчас поддались этому. Там почувствовали люди чувство крови, это запах крови. И им теперь, они не знают, за что они говорят. Им надо побороться. И вы говорите, психологи со всеми майданцами, теперь надо работать, должны работать психологи. Им ничего не надо. И теперь надо бороться, убивать, идти воевать, строить баррикады. Они этим заразились. Евгений Дорожный, я говорю, что значит, они остановились. А вот эти люди, которых я не было, им хочется крови, и они мстят просто тем, кто имеет достаток. Вот что мы получили. Они жгут машины, они идут, крушат, они представляют сейчас опасность для общества. И это все сейчас ляжет на органы правоохранения. Не понять, как вот это все. Давай. Мы вам желаем.